Эй, Джонни, то, о чем ты говоришь, звучит очень круто. Расскажи мне об этом. Первое и самое главное. Есть два основных вида микрофонов. Динамические и конденсаторные. А как же другие виды микрофонов, Джонни? Забудь, ты практически никогда не будешь их использовать. Тогда в чем же разница между теми двумя микрофонами? Конденсаторные больше подходят для акустической гитары, тарелок и пианино. А динамические микрофоны лучше работают с барабанами и электрогитарами. Спасибо, Джонни. Теперь я все понял. На самом деле все гораздо сложнее, но для начала сойдет.